Нурлан Ауизбаев, кандидат от общенациональной социал-демократической партии, встретился с жителями Целиноградского района Акмолинской области. Собралось около 100 граждан. Помимо основной программы партии, их интересовало и будущее нашей страны. Между представителями ОСДП и собравшимися развернулась настоящая дискуссия. Было озвучено много разных мнений, а особенно потенциальных избирателей волновали вопросы национальной валюты, цен на продовольствие и доступности жилья. Рассуждая на эту тему, спикеры отметили, что это важные вопросы для каждого казахстанца, и над этим партия как раз и работает. Люди задавали вопросы, самые, что сегодня их волнует, то, что сегодня их задевает, это почему растут цены, почему правительство вроде с одной стороны много об этом говорит, но в реальной жизни ничего не меняется, что происходит с национальной валютой. У нас в программе есть шаги, действия, которые необходимо делать для того, чтобы улучшать вот эти моменты, влиять на эти моменты.